А перед началом данного ролика я хотел бы посоветовать канал Хилл. На его канале вы сможете найти ролики по Сампу и CSGO. Самп он играет на серверах Diamond RP и не только. Также он снимает ролики по CSGO, открывает кейсы и просто играет. А также делает различные туториалы на различные темы. Поэтому заходите на канал Хилта, подписывайтесь, ставьте лайки и всем приятного просмотра. Всем привет, друзья, с вами Бурбон, я продолжаю играть на сервере Advance RP Шоколад. И, ребят, как вы можете заметить, я поставил себе зимний мод, снегопад поставил, чтобы, не знаю, перейти уже на зимнюю версию сампа, так сказать, потому что, ну, уже поднадоело мне летнее, и хоть еще за окном у меня снегом вообще никак не пахнет, я решил поставить такой вот зимний мод, и в принципе он мне нравится, думаю продержать его до конца зимы и может быть начало там весны, ну посмотрим, а может и раньше удалю, потому что он в прошлом году мне надоел, и я его удалил где-то, не знаю, там в феврале, наверное, я не помню. Так, сейчас нужно заехать на заправку, заправиться, то бензина не так много, ребят, и в этой серии я, наверное, поубиваю ментов, но не просто так, а я чуть попозже расскажу для чего. А также, ребят, я как бы вот скоро уже, ну как скоро, через, думаю, пару недель, пару-тройку, может там через месяц, там через 5 месяцев, где-то через год, может быть через 2, может быть никогда. Я не знаю, наберется 1000 подписчиков на канале, так как там сейчас сколько, 945, ё-моё, я не знаю, какая-то, наверное, где-то самая ближайшая заправка-то, так, найти ближайшее ЗС, да, где-то. Окей, сейчас туда вернемся. Так вот, ну, думаю, в этом месяце, ну, до Нового года я точно, думаю, наберу 1000 подписчиков, просто я не знаю, когда у меня наберется. Я решил устроить сходку, то есть, я еще не знаю, точно проводить ее или нет. Это все зависит от вас. В группе я устроил опрос, он там висит в шапке, можно сказать, группа, то есть там в самом верху, там принять участие может нем каждый, просто проголосуйте, сможете прийти на сходку или нет. Сходка, сразу говорю, будет проводиться на Адвансе, на Шоколаде, а где именно, я уточню уже там попозже, потому что я не знаю просто, когда еще наберется 1000, может это вообще произойдет никогда. То есть это все зависит также от вас, потому что если вы хотите помочь каналу, там, не знаете, не знаю, просто распространяйте там пару видео, там, не знаю, рекламируйте своим друзьям, так сказать, посоветуйте. И не знаю, все будет хорошо, наверное. Вот что за даун? Вот вы видели, ну, ребят, ну вот как так? Вот, ребят, сейчас его даже дотаранит, тут идиот. Вот, ребят, я так хоть никогда не делаю, все, у него вот движок заглох. Ну просто, блин, у меня еще есть просто оружие, нет, это бы я его сейчас дэмил. А я думал, вообще не может ехать или нет. Да нет, он может ехать, ладно, фиг с ним, я думал, у него вообще движок заглох, нужно еще починиться. Ну фиг с ним. Так вот, про это я сказал, и почему я решил поубивать ментов. Я в предыдущем ролике по Адвансу так мельком упомянул о том, что будет конкурс, да, на канале. Но такой конкурс именно более интерактивный, то есть не просто там сделай репост, получи там миллион на Адвансе, а именно заслуженные деньги, не такие большие, так как донатить я не хочу, а больших денег у меня сейчас нет, там 19 тысяч с собой, там, может, 5-20, и не знаю, там еще несколько тысяч в банке лежит. Так вот, я хочу сделать такой интерактивный конкурс, в котором участие могут принять все, и для этого вам нужно просто убивать ментов. Конкурс продлится месяц, ибо же, если это видео выйдет 16 апреля, то результаты я подведу. Не, давайте даже 15 дней, а то как бы месяц, это, наверное, очень долго. Даже нет, ну 15 дней, 10 дней, я думаю, это будет нормально, и тот, кто захочет, сможет принять участие. 10 дней, то есть 16 числа я начинаю проводить этот конкурс, 26 я заканчиваю, и, не знаю, там, в группе своей ВКонтакте напишу результаты, да? Что нужно для участия в этом конкурсе? Для участия в этом конкурсе нужно убивать ментов, и, в принципе, все. Я сейчас хотел пойти в мэрию устроиться, чтобы у меня была броня, чтобы легче было с ними PvP, что, так как у них броня есть почти что у всех, а у меня нет. И, как бы, там, точнее, не розыск, а, ну да, и розыск у меня дают за убийство, и не дают, не снижают законку, и все, как бы, замечательное оружие, может сказать, халявное. Поэтому сейчас, блин, тут, наверное, не проходит. Ну ладно, сейчас, наверное, поеду в другие какие-нибудь мэрии, может там. Ведь посмотрим, тут мэры вообще есть, потому что. Так, блин, что я делал? Так, посмотрите, я уже. Адрес я вспомнил. Так, и в принципе, мэрия Сан-Фьерро. Ну вот, давайте поедем в Сан-Фьерро, потому что там финт, я думаю, не такой большой, да? Потому что все-таки Сан-Фьерро это, наверное, самый непопулярный город, думаю.
Ну, что тут уж скрывать? Подождите-ка, разве там устанавливалось? По-моему, толканы. Офигенно, бичи обоссанные. Ладно, фиг с ними, ребят. И для участия в конкурсе просто нужно убивать ментов. И кто больше всего бьет ментов, тот и победил в конкурсе. Я как бы просто, например, покажу от Мироники, как это делать. И, не знаю, вы там попробуете. И советую выполнять всем, как бы, потому что, ну, шансы победить есть у каждого, так как на канале там история небольшая, там, ну, каждый ролик набирает там вот минимум где-то 100% именно с канала, потому что также я, думаю, никого не секрет, пиарю ролики ВКонтакте, то есть в различных группах для набора там просмотров и также аудитории. Так, ё-моё, ментяра. Нужно сейчас поаккуратнее, у меня это звезд, по-моему, я не помню, у меня, по-моему, 6 звезд, кстати, просто у меня с этим ходом, про ход я отдельно сейчас расскажу, с этим ходом не показаны звезды, давайте посмотрим просто, чтобы хотя бы примерно знать, а то ПВП, что с ними как-то опасно, потому что если не убьют, так, уровень, блин, где, я уже забыл, я забыл, розыска 0, все, значит, хорошо, это у меня на даймонде, значит, там много, просто я помню, что на каком-то сервере у меня много звезд было. Ну вот что это за баран, а, ребят? Ну вот просто... стой. Ладно, давайте-ка. Сейчас, наверное, хант мне купить, да? Ладно, давайте-ка напишу. Что? Что тебе надо, чувачок? Ну давай, только речи. Мне нужно 15 хантный продаешь. Гоу за 195к. Он сейчас скажет не. Потому что я реально хотел продать, купить, я не знаю, султан. Так, немного... нет, ГОС 214. Нет, ГОС 214. Ну что ж, ребят, я приложил ему сейчас за 195, потому что, ну ё-моё, ребят, я покупал за 214, поэтому пусть идет он зад. И что я хотел сказать, пока я еду. Ролики теперь будут выходить менее 15 минут, и если я не буду успевать, я как бы до этого сейчас паузу и поставил, чтобы ролик не шел так долго. Если не буду успевать за 15 минут, то что-то я буду вырезать. Либо же, если ролик там получится каким-нибудь там, ну, действительно крутым, то буду делить его на две части. Ну, я имею в виду крутым, там, не знаю, может, им какие-нибудь перестрелки будут, им там, ну, такие, может, МПшки какие-нибудь прикольные и так далее, что за 15 минут я не смогу рассказать. И, ребят, что насчет худа? Я буду играть с таким стандартом худом, потому что, по какой-то причине, ребят, я установил худ. Ой, куда я еду? Что я делаю? Ладно, в ВВ поеду. Я хотел что-то в СФ и забыл. Ладно, по какой-то причине, в общем, когда я установил худ после GTA-шки, так как я устанавливал зимний мод, и там я вот в группе писал, что примерно реально 5 часов я потратил на установку всех модов, так как у меня какая-нибудь ошибка вылетала. Я бы рассказал подробнее, но как бы это нужно вместиться в 15 минут, так сказать, и не знаю, если я буду так рассказывать, как я люблю, то мне кажется, там получится более 15 минут. Но вот про худы у меня просто применялись белые квадраты. Я установил худы те, которые у меня даже были. Даже попробовал просто для интереса установить худ GTA 5, который у меня был, и как бы я с ним играл где-то, может, ну, несколько месяцев, и все как бы без лагов работало. Точнее, не без лагов, а без белых квадратов, как бы все нормально. То белые квадраты появились. Я искал проблему, я думал, в интернете. Там писали, что типа нужно установить библиотеку Клео 1.4, у меня она и так была установлена. То есть вот она и сейчас у меня есть, и то, что там показано типа 10 скриптов, это как бы не какие там читы именно, да, а просто Клео, которые нужны там для поддержания там того же снегопада, того же, не знаю, там анти... Блин, я не помню, анти... Блин, какой анти? Короче, тайм-цикла, также эффект и так далее. То есть, читов у меня никаких нет. Я думаю, вы бы какие-то изменения заметили, если бы не читы. Так, вон на мэрия, короче, ладно. И, в общем, ребят, писали 4.1, знаете, у меня она была установлена. Я как бы сделал, что написано, переустанавливал несколько раз, там, четвертую версию 4.1. И нифига. И поэтому я решил, как бы, это, без... без худов поиграть. Так, ребят, и тут, в принципе, много народу. Сейчас я попытаюсь вступить в мэрию, тогда я уже продолжу. Ну что ж, ребят, там не было, короче, собеседования, потому что, ну, там не было старших. Ладно, сейчас пойду в ВСФ и хотел бы сказать немного про конкурс. Так, это в армию идет. Не, в армию я не хочу, потому что хотя бы, возможно, и в армию пойти. Только там зарплата меньше. Не, пойду лучше в мэрию. Там, может, и даже покачаю там ранг, возможно. Не знаю, посмотрим. Так вот, ребят, насчет конкурса. Вам нужно
нужно убить как можно больше ментов на шоколаде, именно на шоколаде, так как я, в принципе, играю сам на шоколаде, у меня деньги только на этом сервере есть, ну и как бы нелогично, если на других серверах тоже можно было бы. И что вам нужно сделать? То есть вы убили мента любого, да, хоть там рядовой, хоть там, не знаю, там генерал, то есть вообще любого, и вам нужно сделать цену 60. Я советую просто как бы скопировать его, там, допустим, написать ему, типа, здравствуйте, там, можете мне помочь, он пока будет писать, вы там просто его убиваете, делаете 60, делаете скрин на F8 и закрыть. Скрин мне нужен для того, чтобы я увидел дату, так как вдруг вы просто до этого, не знаю, там, любили поубивать ментов, и все это дело скринили, и там вы автоматически заметите скринов, может, там, 20-30, и просто выиграете, не дадите даже шансы другим игрокам, то есть, можно сказать, нечестно, нарушите правила. И по этой причине, ребят, нужно сделать еще скрин с таймом. Думаю, это понятно. И сейчас пойду в мэрию и продолжу уже, наверное, когда меня примут. А если не примут, то пойду все-таки в армию на время. А потом, ребят, я вот уже задумываюсь, что действительно нужно пойти в какую-нибудь босс-организацию и там, не знаю, качаться именно вот по рангам, то есть на какого-нибудь старшего ранга, потому что я уже без фракции давно. Возможно, даже пойду в саму винтовку, но это уже потом, хотя нет, винтовку, наверное, не пойду. Пойду, скорее всего, либо в мэрию, либо, опять же, в новости, хотя в новостях мне уже там поднадоело. Да, скорее всего, в мэрию. И просто раньше я был в мэрии, и моя мечта была какая? Достичь адвоката, но просто, ребят, мне дали варн из-за этих обоссанных Girl Street, которые меня сливали. Потом я их поехал сливать, убил человек 3 на респе, наверное, и мне дали первый ван за варн за СК, и потом сразу 2 варна. Но это, в принципе, хорошо, что мне дали сразу 2 варна, то есть одновременно, и не стали их снимать. Я просто как бы был забанен на 10 дней, вместо того, чтобы ждать снятия варна 20 дней. Это, в принципе, действительно выгодно. Ладно, ребят, уже заговорился и продолжу, когда уже у меня будет оружие, я смогу убивать ментов. А да, ребята, еще хотел кое-что сказать. В общем, сейчас меня тут это приняли в мэрии, я уже взял оружие по-тихому, и все нормально. В общем, нельзя убивать одного и того же мента несколько раз, и нужно, чтобы на скрине показан был ник. Так как, ребят, ну, блин, может быть, просто у кого-то есть друг ментовки, но он просто пойдет специально в ментовку, он его поубивает раз, так, не знаю, 15-20, и как бы все, там они потом деньги поделят пополам. Нет, такого, как бы, чтобы все было честно, и кто играет там один, как бы, ну, не может найти того какого-то напарника, даже просто левого чувака, которого просит за несколько тысяч, там, чтобы он его убил, такого как бы и не будет, и просто одного чувака можно убивать один раз, то есть, и чтобы ник был виден, я покажу сейчас как. И, ребята, у меня сейчас какой-то произошел баг, меня, по сути, не кликнули, но когда я открываю, короче, машину, она не открывается. И в ментовке я не обнаружил ни одного чувака, но сейчас в чате вы можете видеть, там написал, типа, стоп, такс. И, ребят, я не знаю, с чем это связано, как бы, вот я бегу, и все нормально, там, мне еще двигатель, как бы, работает, и поэтому бензин жрется. Я не понимаю, то есть вот как бы в гараже нет никого, и машин как бы нету. И это очень странно, обычно как бы тут машины и наставлены навсегда, и поэтому какая-то хрень не произошла, как бы так вот его, пинг показан, 186, нифига себе, возможно, из-за этого. Как бы пинги не обновляются, а вот, обновились наконец-то. Но все равно, ребят, почему-то не показано ни одного человека, и машины тут точно постоянно. Но мне кажется, что какой-то глюк произошел. Кстати, вот такой вот у меня дигл, прикольно, в принципе, он выглядит. Ну ладно, ребят, и поэтому не смогу, наверное, показать, но думаю, вы поняли. То есть, вот паспорт пока что. Вот, вы видите, что он пишет кто-то в чат, да? Но тут нет никого. И поэтому, ребят, меня, походу, кикнуло каким-то чудесным образом, но я все равно... Так, 73-й. А, вон там за оружие кого-то уволили. Но, ребят, я вам сейчас покажу, как нужно сделать. То есть, вот, допустим, вы там нашли мента, кстати, вот здесь какой-то баг, что видны тексту. А, вот, это реально баг такой, можно проглядывать. Но, допустим, тут стоит мент, допустим, да, вы его там раз, два, там, три, четыре, убили, все. Потом быстро вы уже скопировали цену 60, вы делаете цену 60. Вот даже не показана эта рамка, поэтому, да, что-то не так случилось, да. Нажимаете F8, то есть вот у вас делается скрин, на скрине должны должен присутствовать коп, которого вы убили, и его ник, то есть ник должен был быть виден. И если у вас в настройках, опять же, я могу показать, в общем, я думаю, у всех ники показаны, поэтому это даже показывать не буду. И должна быть на скрине дата. Если все это есть, то вы участвуете в
конкурсе, не знаю, заливаете в альбом, который, ссылочка на который будет в описании, заливаете в альбом сколько хотите фоток, и в конечном счете через 10 дней альбом я закрою, то есть, и кто-то больше всего выложит фоток с убийством ментов, тот получит приз 20, в сумме 25 тысяч рублей. И также за участие тоже будет небольшой приз, который я раздам, но он действительно будет небольшой, но просто даже за то, что вы участвуете, хотя бы один скрин сделанный, и вы уже, можно сказать, призер. В принципе, думаю, все. И, кстати, да, в комментариях к вашему скрину вы должны указать ваш банковский счет и ваш ник. То есть хотя бы на одном из комментариев. Так, накажу. Так, что это такое, ребят? Вы видели? Тут, походу, сейчас машина какая-то, ну, не знаю, да, меня кикнули, короче. Ладно, ребят, я думаю, я уже там не вписался в 15 минут, уже ролик идет больше, поэтому что-то придется вырезать, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока.